на канале Марки. Сегодня нам надо просто тушить эти. Ну вот. Это рубрика, как я ее буду называть. Дом на улучшение. Не на улучшение, пускай. А будет прокачка. Нет, как-то банально. А, давай вы придумайте. Сейчас будем восстанавливать дом. Смотрите, какой он заброшенный. Это нам надо обязательно камням. Это нам надо камнем закопать, а то зачем оно нам? То, что сверху сейчас ломаем и камнем заделываем. Сеть, если что, 3722. Вы можете откопать этот дом. Ну, давай, сейчас будем восстанавливать. Вот этот дом нам не нужен. И мы построим уже лучше новый. А то этот уже восстановить никак нельзя. Вот. Все. Теперь что? Давай с пляжиком сделаем. Пляжиком таким, с пальмами хочу еще. Давай сначала дом сделаем, какой-никакой все-таки какой. Давай дверь будет у нас такая синенькую, искаженная. Нам надо ведро водички. Где ведро водички? Вот наша водичка. И обязательно нам еще понадобится стройматериалы. Давай будет кирпичи банально. Давай что-то отсюда будем использовать. Магма тоже нам нужна. Ладно, давай кирпичи. Вот все, мы уже готовы. И надо еще ночное зрение захватить. И вот так вокруг делать вот такой квадратик. Ну давай будем уже делать. Ну, я включил ускоренную камеру. И давай участок будет вот такой. Давай тут ломаем блок. Ну, это же дом прокачанный. Опля, опля. Ставим блоки магмы. Теперь заливаем водичку. Вы знаете, в чем прикол? То есть нельзя выбраться, как вы это видели. Я хочу тут сделать небольшую. Хочу просто тут застроить. Оно нам не понадобится. Нет, давай на первое время застроим. Здесь я хочу, так сказать, сделать
зону. Вот тут мы его так делаем. Сейчас. Один блок теперь мы можем запускать. Заливаем. И сюда надо еще как долить. Все, переделали. Можно вот так позаходить. И все. Сейчас мы тут сделаю небольшой, так сказать, замок. Но первый слой будет из песочка. Второй из магмы. Так, главное, чтобы к нам никакие мобы не пробрали. Что вдруг еще будет шаст. Так делаем на некоторых снизу участках. Делаем кирпичики. Вот так это все делается. Осталось только вставить сюда. Как вы видите, дом уже достаточно прокачанный. Ну, в нем еще жить сложновато. Так, удлиняем высоту. В первой части мы сделаем вот так. И давай доделаем уже закат. Захотелось сделать стеклянную. Так вот, тут нам надо закрыть. Вот так. Ничего тут нужно заливать. Ну, мы новые. Ну все, теперь шлифа она куда-то потечет. Вот. Сейчас вот тогда отстраиваем. Ну, я думаю, что прикольно сделал. Только не до конца. Не хочу, конечно, свой мир удалить. Но просто... уже до конца эту стену доделать вонючую. Доделываем. Все, прикольная стенка, по-моему, получилась. Ну давай как-то уже в следующей серии. Вот тут стенка будет вот такая прозрачная. Я хочу тут еще вот тут доделать. Как-то хреново. Ну и давай как-то, ну, тут построю железные башни для красоты. Мне надо для этого один блок, точнее 9. Но выживание вы это не сможете сделать. Так, вот он полностью заполняем. А не, я хочу, чтобы по ней можно было подниматься. И опля. Не, это как-то кринжово. Вот тут делаю вот так под башню. Все, теперь уже не так кринжово. Ну, теперь строимся высоту. Делаем. Я делаю башню, давай покажу, что вышло у меня. Тут мы вот два блока. И смотрите, мы видим, что, ну,
начинаются монстры. Мы сразу же. Почему я лезу? Мы сразу же поднимаемся. Потом смотрим. Ой, простите, извините. Мы поднимаемся сюда. Если все плохо, вот так просто. Просто вот так сюда мал. И прямо сюда молниеносно забегаем. И мы уже там стоим. Ну давай еще три башни таких сделаем. О, вы как раз вовремя ко мне пришли. Там зомби. Ну, давай осветим территорию, чтобы к нам никто не пробрался. Теперь у них нет шансов заспауниться. И нам надо ступенечки. Я хочу. Давай. Вот эти. Черные, модные. Три ступеньки. Вот, вот так. Опля. Опля. Теперь делаю домик. Он будет у нас небольшой. Давай будет вот такой. Вообще не обойдемся без домика. Будем жить в башне. Прикольно. Только давай пол заменим, а то он какой-то скучный. О, я первое окно послушаю. Ну, пол, давай все остальное в следующей серии. Всем пока, вы были на канале Марк. Пока-пока.